привет. Вы все здесь, да? Ой, все здесь. От неожиданной встречи бывшие соседки не скрывают удивления. Друг друга они не видели больше 15 лет. В этом доме на Чернышевского, 9, Татьяна Михайловна родилась, а затем жила долгие годы. В соседних комнатах ютились семьи военных, врачи и медсестры гарнизонного госпиталя. Об учреждении, вспоминает волокжанка, здесь говорили постоянно. И на общей кухне, и во дворе. Очень много было. Ребят военных очень много было лечить. Да. Я уже потом подросла. Играла тут с чужими детьми уже, катала в колясках тут, можно сказать. И вот туда, до госпиталя и обратно. Так вот они прям все в окна вот так вот улезали, потому что, ну что им посмотреть, на что-то надо. Первых пациентов госпиталь принял в 41-м, спустя несколько дней после начала войны. За 4 года врачи поставили на ноги 1000 бойцов. В мирное время, в отличие от других военных лечебных учреждений, Вологодский госпиталь не закрыл свои двери. И в 80-е стал одним из крупнейших в округе. Госпиталь был востребован, солидно востребован. На нас же замыкались по всему. Это и Архангельская область, часть Архангельская, часть Коми. Даже острова, на которых сейчас развертывают вновь систему противовоздушной обороны, острова северные, они тоже на нас замыкались. Замыкались воинские части Министерства внутренних дел. Однако развитие закончилось так же стремительно, как и началось. К концу 90-х коечный фонд стали сокращать. Сначала один раз, затем второй, третий. Тенденция продолжилась и в начале нового века. Последних пациентов военный госпиталь в Вологде принял летом 2009-го, а к 1 декабря этого же года был расформирован полностью. Свое решение Министерство обороны тогда объяснило очень просто. В Вологодской области осталось слишком мало воинских частей, содержать для них отдельное лечебное учреждение просто не имеет смысла. Без помощи тогда остались и больше 20 тысяч семей военнослужащих. Кого-то, правда, приписали к городским поликлиникам, а кто-то до сих пор вынужден ездить на лечение в другие военные учреждения. А вот про историческое здание госпиталя с тех пор фактически забыли. Оно было построено еще в конце 19 века, как епархиальное женское училище. Как использовать здание в наши дни, градозащитники предлагали не раз. Очень удобно было бы здесь построить, допустим, гостиницу. Открыть в нем. Не строить небоскреб, который совсем рядом тут планируется, а в историческом здании его отреставрировать. Оно очень удобно расположено. В пешеходной доступности все исторические памятники центра города. Самое главное, оно эстетически вписывается в набережную и в представление об историческом городе. Но все предложения все чаще оставались пустым звуком. Корпуса, хоть и пустовали, по-прежнему принадлежали Министерству обороны. Только в декабре минувшего года основное здание госпиталя было передано в муниципальную собственность. После выпуска приказа Минобороны в соответствии с федеральным законом 423 объект является муниципальной собственностью с момента подписания приказа. В соответствии с гражданским кодексом, как только объект приходит в муниципальную собственность, все права переходят к уполномоченному органу в городе Вологде, это департамент имущественных отношений города Вологды. Правда, как оказалось, в городской администрации никаких конкретных планов на использование этого здания пока нет. По неофициальной информации известно, что в основном корпусе госпиталя появится культурное учреждение в рамках проекта «На сон город». Но и в этом случае конкретные сроки пока не называются. Евгений Осколков, Василий Попурин, Новости Вологды.